Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказываем про умывальники. И сегодня вы подробнее узнаете про встроенный или накладной вариант. Все встроенные умывальники делятся на накладные и врезные. Обычно они монтируются в столешницу, которая выполняется из искусственного или натурального камня, влагостойкого МДФ, ну, реже всего из ДСП. В зависимости от размера изделия и типа его встраивания определяется высота столешницы. Важно помнить, что крайняя точка умывальника должна быть на высоте 85 см или 90 для очень высоких людей. Такая раковина имеет более хлопотное решение. Чем-то она напоминает консольный вариант, но имеет и преимущество, так как пространство для гигиенических принадлежностей здесь больше. Еще один плюс для встроенных умывальников. Вы можете установить сразу две чаши в одну столешницу, что крайне важно для больших ванных комнат. И напоследок маленький совет. Выбирая накладную чашу, не стоит забывать, что вам понадобится смеситель с высоким изливом. А если вы уже купили, то помните, что существуют чаши со специальным монтажным отверстием.